Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, пацаны, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня снова видео на проекте Родина Реплей, Центральный Округ. У них здесь Кирюха Полканов, можете вводить по ник при регистрации. Вся информация есть в описании под видео. Но сегодня, пацаны, у нас будет интересное видео, можно сказать, эксперимент. И сегодня, как вы видите, я с вебочкой. Решил записать видео с вебочкой, потому что я думаю, вам такие видосики нравятся, поэтому за вебочку можно отдельный лайк поставить. В чем сегодня заключается суть видоса? Сегодня я устроюсь на работу металломщика, точнее, я уже на него устроил. И с помощью админки я буду на ней работать. Работать я на ней буду полчаса, то есть 30 минут. И я хочу посмотреть, сколько с помощью админки я заработаю за 30 минут на этой работе. Да. Давайте для начала попробуем вообще, как это выглядит. Вот, я, получается, беру грузовик, подъезжаю на метку. Теперь я должен посигналить. Теперь нам нужно взять и телепортироваться, получается, в южный. Вот сюда. Все, я телепортировался. Конечно, это, пацаны, не так легко, как вы думаете, потому что попасть еще нужно в нужное место, чтобы как бы все было заебись. Вы были кикнуты за использование читов. Заебись, Кирилл, надо было это до видосика проверить. Я вот, пацаны, сижу и думаю, блять, на какой работе можно записать подобное видео. Единственный вариант — это работник налога, потому что если таксистом работать, то я не помню, как там вообще система работает, типа на автобусе можно было бы поработать, но там сильно много меток, и я буду мешать игрокам. Разводчик продуктов — это там нужно бабки вкладывать, чтобы потом заработать. Пожарный тоже не вариант, поэтому единственная работа, которая остается, это работник налоговой, получается, потому что инкассатор я уже снимал, крупье как бы ты никак с помощью админки не поработаешь, механиком тоже, поэтому единственный вариант — это работник налоговой. Поэтому сейчас я устроюсь на работу, и мы будем работать на этой работе полчаса. Потому что, тем более, работник лога — это самая прибыльная работа. Я думаю, вам будет интересно, сколько за полчаса я смогу заработать с помощью админки. Вот сюда мы телепортируемся, получается, заходим. И вот здесь нам нужно брать заказы. Заказы, как бы, обычные, просто берем. Так, берем вот этот заказ. Так, теперь берем меточку. Чпоньк. Так, а где метка у нас? Вот здесь, да? Ой. Я немножко разъебался. Надо себе хп побольше выдать, чтобы проблем с этим не было. Все, теперь нам нужно вернуться, и мы получим наши заветные деньги. Что телепорт немножко тупит, конечно, но вроде бы работает. Это самое главное, чтобы он работал. Все, пацаны, я думаю, суть работы вы поняли. Да, конечно, я хотел записать другую работу, потому что работник налоговый, как бы, мне не так интересно было, как металломщик. Но металломщик мы не можем записать. Вообще, пацаны, это самая прибыльная работа. Я об этом вам уже много раз говорил. И здесь можно очень много заработать. И вот здесь есть бесплатные машины, которые вы можете брать и работать на них. Но чтобы реально хорошо зарабатывать деньги, нужно покупать для этой работы личный велосипед. Но личный велосипед стоит 3 миллиона, поэтому как бы это не особо выгодно. Но сейчас я буду с помощью админки работать. Давайте засекаем время. Сейчас у нас время 20:09, то есть в 20:39 мы должны будем закончить эту работу. Но работу, весь процесс я снимать не буду, потому что я не думаю, что вы захотите смотреть полчаса, как я работаю. Я тут, короче, для вас видос записываю, и кое-кто мне тут мешает, а? Вот смотрите на это животное просто. Сейчас. Вот что ты делаешь, а? Че ты не мешаешь? Ты мешаешь снимать контент. Кошечка. Вот, пацаны, такое бывает, такое бывает. Сидишь себе, никого не трогаешь, и потом, опа, привет, да, называется, привет. Я тоже тут, да? Вот так оно все и бывает, пацаны. Вот, вот что ей сделать, пацаны, вот, вот, блядь. Сейчас, вот, сейчас я вам покажу, вот, вот что ей сделать, смотрите, вот что она делает. Кусает монитор, вот что ты делаешь, а? Что такая вредная кошка, блядь. Я не могу одной рукой, блядь, и снимать видео, блядь, и телепортироваться, блядь, и пиздец. Я даже не взял заказ. Монитор! Монитор! Пиздец, пацаны. Вот так нам приходится снимать. Вот ютуберы, думаете, легко им? Ага, нет, ебать. Нихера не легко. Вообще нихера не легко, просто. Так, все, пацаны, я кошку успешно выгнал из комнаты, потому что она мне весь видос мешала просто работать. Короче, расскажу, как я работал. Я тпхался по метке, но были некоторые трудности, даже очень хорошие трудности. Во-первых, у меня сбивалась метка. То есть чат пишется вот такая вот херня. Сейчас вам покажу. Вот, допустим, я сейчас попробую телепортироваться по метке. Вот, нажимаю, много раз нажимаю, но мне пишет чат то, что
возникла ошибка при определении координатов. То есть это такой баг, когда ты много раз телепортируешься, вот такой вот баг. Из этого бага мне пришлось перезаходить в игру около 5 раз. И я потерял где-то, ну, немножко времени. Короче, если бы не было бы этих проблем, я думаю, максимум я бы мог заработать, ну, 1800-900. Лям, скорее всего, за полчаса я бы не мог заработать. Да, кстати, время я уже закончил, типа, ну... Вы сами это видели, как бы время сейчас 41 минута. То есть я заработал за 30 минут почти 700 тысяч. Я считаю, то, что это очень даже неплохо, но, пацаны, вы столько не сможете заработать, потому что это работает только с телепортом. Если бы не багался телепорт и не мешала бы мне кошка, я бы заработал бы 800-900 тысяч спокойно бы. Но так, что есть, то есть, в принципе. Летим теперь вот сюда вот, будем дропать деньги, потому что я себе их оставлять не буду. Как бы мне, возможно, не хотелось бы, но я себе их оставлять не буду. Вот, заходим сюда, получается. И сейчас будем просто деньги дропать. Вот, так, 1 200 000. Сейчас по 200 тысяч будем дропать, и все. Чтобы у меня полностью денег не осталось. Так, вот, 50 тысяч. Вот, по десяточке. Еще раз. И все, вот. Как бы больше не могу дропнуть, 9 тысяч у меня останется. Но я думаю, этом ничего страшного нету. То есть, все деньги, которые я заработал, я просто их дропнул в никуда. То есть, я себе их не забирал. Мне кажется, видео, пацаны, было интересное, потому что мне оно понравилось, потому что оно было веселое. Как бы вы видели кадры, как мне еще кошка мешала. Я думаю, это точно достойно лайка, пацаны, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал.